Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы лидеры обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений. Глава Поднебесной заявил, что такие крупные страны, как Китай и Соединенные Штаты, не должны разрывать связи. Двум государствам следует уважать друг друга и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. В отношениях с Вашингтоном тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя переступать, подчеркнул Си Цзиньпин. Он призвал американскую сторону соблюдать договоренности и не поддерживать независимость региона. Также председатель КНР выразил недовольство в связи с мерами США, которые направлены на подавление экономики, торговли, науки и технологий Поднебесной. По его словам, Пекин не будет безучастно наблюдать за тем, как Белый дом намеренно сдерживает развитие Китая. Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не стремятся начинать новую холодную войну и менять политическую систему КНР, а американские альянсы не направлены против азиатской державы. Лидер США подчеркнул, что Вашингтон поддерживает принцип одного Китая и призвал сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе. В ходе разговора главы двух стран договорились расширять контакты при решении международных и региональных вопросов, развивать диалог и сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, реагирования на климатические изменения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.